Всем привет! Сегодня мы с бабулей и всей детьми идем на море. Вот сейчас вот такое пустое. Рисунка. А через шок будет полная рисунка. Раз, два, три. То есть не получилось. И вот мы идем, как всегда. Зашли за яйцами, а несем целый пакет чего-то. Карандаши, ручки, накупались. Такое море было замечательно. Да, Марья, расскажи. Расскажи, Маруся моя. Так. О твоих впечатлениях. Двенадцать часов, правда. Нам не так жарко, они же кушают. Ну, расскажи о своих впечатлениях о море. Очень хорошее море. Немножко грязное было, холодное. И прозрачное. Маленькие, прозрачное было. И грязное волны. Не было настолько. Там были какие-то семечки были просто, да. И все. Было классное, да, бабуля? Там, да, только мало мусора было. Мало было очень. Все замечательно. Всем доброе утро, мои дорогие друзья и подписчики. Как вы догадались, я на море. Погода, знаете, какая облачная. Солнышко то появляется, то заходит. Хотела с вами чуть-чуть поболтать, рассказать о своих новостях. Я так занята своими детьми, всеми своими делами, бизнесом, что у меня нет такой возможности физически на постоянной основе выставлять видео. Каждый день происходит очень много событий, достижений. Каждый день у меня исполняются какие-то цели. Одно из моих достижений, могу поделиться и принимаю от вас поздравления, я стала лидером второго уровня. Сейчас оборачиваюсь назад и думаю. 5 лет прошло, почти 5 лет. И как я начинала? В отчаянии, стремление иметь свои деньги, быть финансово независимой от мужа, встать на ноги в чужой стране. И что я могу сказать? Это все свершилось. И плюс я еще и накопила хороший капитал. И 5 лет назад я не знала об этом, вообще не понимала, не представляла, как можно добиться, как можно заработать что-то в этом компьютере. Но жизнь так быстро летит, каждый день что-то происходит, что даже, мои дорогие, максимум 5 лет, и мы все будем метавселенной. Активно участвовать, работать и зарабатывать. Очень много специальностей исчезнут. И много людей найдут заработок в этой метавселенной. Покажи, как я замок сделала. Окей, бабуля, я поговорю потом. И когда я начинала, я думала, что если я познакомилась с такой возможностью, то весь мир помчится за мной. 7 миллиардов людей, все захотят присоединиться в мою команду и будут благодарны за то, что я показала им такой вид заработка. Но и оказалось, это не так. Многие близкие, родные просто критиковали меня, крутили возле виска, что Светлана, куда ты попала, в какую-то секту, что ты делаешь, куда ты вкладываешь деньги, куда ты нас зовешь, в этот лохотрон, пирамиду. Но оказалось, это не так, и вы сами тому свидетели. Я получила лидерский второй уровень. Я безумно счастлива и благодарна Богу и Вселенной за это мое очередное достижение.
Может быть, я шла медленно, но я шла упорно, уверенно в своем бизнесе, в себе, в своих силах, в достижении своих целей. И каждый день с помощью этого бизнеса исполняются мои желания. Я финансово независима. Я помогаю своей семье. Я с гордостью об этом говорю вам. Я ни на кого не работаю. Я подчиняюсь только себе. Мой заработок зависит от моей активности. Нужны мне деньги. Мне стоит только чуть-чуть поактивничать. И у меня все получается. Тот, кто не верил, продолжает также смотреть и пребывать в том же состоянии, в котором было. Что изменилось у тех людей? Ничего не изменилось, а моя жизнь меняется. Так что задумайтесь, друзья мои. 5 лет вещать, и буду еще 50 лет говорить об этом. Потому что наш бизнес уже 13 лет на мировом рынке. В 2024 году мы выходим во внешний мир со своей криптомонетой Gigacoin. Запускается наша метавселенная, и там появляется очень много возможностей. Знаете, какие специальности сейчас будут востребованы? Даже преподаватели иностранных языков из-за того, что искусственный интеллект заполняет весь интернет, то люди больше будут прибегать к его помощи. Во-первых, это дешево, и в этот процесс будет вовлекаться огромное количество людей. Если преподаватель иностранных языков занимается с 3, 5, 10 людьми, учениками, то в метавселенной он может это делать с 1000, 2, 3. Вы понимаете, какие возможности? Бухгалтерия, банки, все это скоро будет нам не нужно. Логистика. Очень много людей останутся без работы, поэтому подумайте сейчас. Я вам даю такой шанс присоединиться в мою команду и получить свое место в метавселенной, место заработка. Я владею виртуальной недвижимостью. Да, я, может, пока еще не приобрела на земле недвижимость, но у меня уже есть виртуальная недвижимость, на которой я могу построить дом, который могу сдать в аренду, открыть свой бизнес, да буду я нейрографику рисовать в нем или еще какое-нибудь хобби придумаю. Это все будет доступно мне по вселенной. Дорогие мои друзья, я очень вас прошу, чтобы вы каждый задумались о своем будущем. Меняйте все, ведь все идет к этому. Мы не подвластны, у нас все вокруг к этому приспособит. Ведь вспомните, как мы раньше боялись банковских карт, да? Но их ввели, и уже пенсионеры получают деньги по банковской карте. Моя мама ходила, получала в банк, а сейчас уже в банкомате, и как она этого боялась. То есть, да, люди постарше, они боятся менять все, что-то чему-то новому учиться, но вы, молодые, 50-60 лет, мы же еще всему можем научиться. А помоложе вообще они такие более активные, продвинутые. Поэтому, мои дорогие, меняйте свое мировоззрение. Не бойтесь ничего, у вас все получится. И трудности делают нас сильнее. У меня каждый день что-то происходит. Но я не падаю духом, и у меня все получается. Поэтому принимаю от вас поздравления. Уверена, что многие из вас очень рады за мои достижения. Дай Бог вам мирного неба, здоровья, счастья и благополучия. А сейчас я поделюсь новостями и приятными, и неприятными. Первая новость – это то, что моя мама попала в очень неприятную ситуацию. Произошел несчастный случай. И знаете что, моя мама очень сильно страдала без внуков. Она даже плакала, плачет и говорит: привези мне их, я не могу без них жить. Вы понимаете, когда кто-то говорит, что она устала, ну, был какой-то период, когда она устала, отдохнула,
И она уже требует их, привези мне их, привези, привези, привези. Я сказала, мама, нет, говорю, детям нужно здесь. Я с ними занимаюсь, я их обучаю, стараюсь как-то уделить внимание, разговариваю, вот хожу на море. Здесь в основном всегда солнечно, тут нету дождей, да? Дети насытились фруктами, я их... Они все попробовали. Черешню килограммами и ведрами ели. Арбуз у нас не заканчивается. А я их приучаю к овощам. Они уже начали есть огурцы. Вчера помидоры как-то начали. Патлиджаны, кабачки делаю. Ведь они там этого все не кушали. Капусту тушеную вчера они ели у меня. Потому что я так приготовила, что они не поняли, что это капуста. Так что вот, я очень рада моим сладким деткам. И прям не хочется их отпускать. Да, иногда бывает такое состояние, что они мне достают так своим поведением. Но в основном, что я могу сказать? Я смотрю на других детей. У меня дети лучше. Я вижу в них, что они более послушные. Да, может, бывают и оговариваются, но потом извиняются, ругаются друг с другом, как и обычно все дети, что-то не поделят. Все бывает, но в основном они очень хорошие дети. Кушают, правда, долго, вот Дэми с Ирмой. Если не стоять над ними, вот у нас в основном проблемы кушай, кушай. Они разговаривают, отвлекаются. Но я как-то, знаете, в последнее время забила на все. Пускай кушают сколько хотят, час-два. Пускай кушают, лишь бы меня не беспокоили. А я в это время что-то делаю. Вот сколько сегодня поговорила с вами. Дэми у меня вырос, подрос. Почему я так поняла? Потому что ботосы, которые мы приехали, в них он, у него уже малы. И он так вытянулся. Ну, конечно, смотрите на них, какие они счастливые. И Марушка моя, Марусечка. Такая умница. Такие вещи рассказывают мне. Сегодня утром мне про мертвое море рассказывала. Про волны, цунами. Как-то интерес появляется у них. Так что вот, мои дорогие, даже не хочется их отпускать, когда они спят втроем. Всех поцелую, обцелую и стараюсь им больше дарить ласку, потому что 2 года я их не видела, и неизвестно, сколько я их, когда я их увижу. И вот, наконец-то я перейду к маме моей. Мы собирались в дорогу 25 числа, уже я зарезервировала билеты, посмотрели, билеты подорожали, уже 1000 лир нужно до Хопы ехать. Мы, когда ехали, было 780, 1000, ну, неважно. На самолете у нас не получается, почему? Потому что опять набралось очень много багажа. 2 чемодана, это точно нужно везти для детей. Ну, естественно, какой самолет нас выдержит? Да, трудно будет, но этого того стоит. И вдруг я получаю известие, что моя мама, когда принимала душ, ей стало плохо. То есть вот то вот это одиночество у нее какие-то... Вот когда дети были рядом с ней, она не давала себе болеть. Работала со своим подсознанием, всегда двигалась, и это ее спасало. Я вам говорила, что движение – это жизнь. Плохо ей было, хорошо, все равно она двигалась. А когда ей вот стало, она как-то полежит, то все, и она погрузила себя в депрессию, в плохое состояние, эти непогоды, в скукоту. То есть дети ее дают ей жизнь, понимаете? И вот ей стало плохо, закружилась голова, и представляете, она вывалилась у меня с вами, выпала с вами на кафель. Хорошо, что она спасла свою голову, не ударилась головой. Быстро вызвала на скорую. Я не знаю, представляю, как ей было плохо. Она бедненько встала, вызвала скорую. Скорую отвезла, сделала рентген. Сказали, что ничего нету. И она вернулась домой. На следующий день состояние ее ухудшилось. Видно, это было состояние шока, такая активность и нормальное состояние. Да? Состояние ухудшилось на второй день. Но ей нужно было в понедельник платить за коммуналки, поэтому она всеми силами терпела. Пошла, заплатила в понедельник за коммунальные, ей стало плохо, еле дошла она. Вызвала скорую, ее отвезла скорая в больницу, сделали томографию. И обнаружили перелом 4 ребер в правой стороне. Сейчас она находится в больнице.
под контролем, потому что я обзвонила всех врачей, медсестер, и ходит, спрашивает. Какое-то время она будет в больнице, ей капают антибиотики, чтобы избежать осложнений, воспаления легких. Врач сказал, бывает часто воспаление и осложнение, поэтому ей делают это все. Да, у нее сильные боли. Когда я сказала, я приеду, она сказала, нет, не надо приезжать. Лучше пускай дети будут под, с тобой. Я, говорит, ей нужен постельный режим какое-то время. И я, говорит, в тишине побуду. Даже моя дочка в Бурженне сказала, бабуля, я приеду к тебе. Она говорит, нет, сиди там, потому что дети меня будут отвлекать, мне будет сложно. И дайте мне спокойно одной полежать и восстановиться. Так что вот, мои дорогие, поэтому наш отъезд откладывается. 6-7 недель будет процесс восстановления. Ну, конечно, у детей начнется школа. Столько времени я не смогу. Ну, наверное, ну, в августе точно мы не поедем. Переложим это на сентябрь месяц. Я так думаю, покажет время. Она сейчас, когда ее выпишут, я с ней пообщаюсь и тогда приму окончательное решение. Так что вот, мои дорогие, такая ситуация произошла, но я рада тому, что дети находятся у меня под присмотром. Сейчас бы ей было очень сложно с ними. И я продолжаю их любить, смотреть вместе с мужем моим, который с ума сходит за ними. Такие они бесподобные, у меня счастье мое. Бабулина счастье. Бабуля исполнила свой долг за столько времени, мои дорогие зрители. Я хочу поделиться с вами результатами. Я делаю гимнастику уже 11 дней для лица. Продолжу обязательно эту практику. Сейчас просто от солнца щурюсь, но смотрите. Я хочу показать, какие изменения я увидела. Вот мое лицо. Без фильтра. Натуральное. Сейчас одену очки, чтобы посмотреть, показать. Вот смотрите, мои дорогие, у меня начали подниматься уголки губ. Когда уголки губ поднимутся, и поднимется все лицо. Брыли, что касается брыли. В последнее время у меня так появилась прямо вот такая вот складка. Сейчас я смотрю, что она начала постепенно исчезать. Носогубные складки немножко начали выпрямляться. Что касается моих глаз, веки у меня были опущены, начали опускаться к тос. Сейчас я вижу, что они начали приподниматься. Отечность ушла. Сейчас просто не могу. И начала разглаживаться вот эта межбровная складка. Морщинки на лбу тоже. В общем, я вижу какие-то успехи. Появились уголки молодости, то есть лицо потянулось. Видите? Я вижу изменения. Конечно, 11 дней это мало. На 3 месяца я купила курс, но и буду продолжать, как и йогу. Кисетные мышцы, да, и вот это вот кольца Венеры, шея. Потянулась. Второй подбородок у меня, в принципе, не был. Вот эти уголки молодости у меня уже стали заметны. Самое главное, брыли, вот эти вот мышцы пришли в тонус. И будем продолжать. Губы стали пухлее, потому что я делаю упражнения на пышные губки. Вот какие изменения у меня произошли, хотела показать вам. Надеюсь, вы оцените. Всем привет! Посмотри, какие у тебя грязные штаны уже. Где ты успел испачкать печенье? Например, что муравьи делают на дереве мед. Ну, это первый раз я слышу. Да, нет, ты что? Если вы увидели это... Если вы увидели посмотрите, мед, какой красивый парк у нас. Посмотрите. Иди, Мари, покажи парк, какой вот травка какая. Смотрите, какая красивая травка. Вот посмотрите, это просто красиво. Какую травку вы это сняли.
оттуда из баскетбола надо заходить вот на эту красивую травку. Бабуля вместе с ее подругами делали здесь йогу. Вот там бабуля сидит, смотрит. Ее подруга идет в Индию. И вот так мы живем мирно. Кто-то мужчина грязным сделал море, ничего. Вот здесь такое море. Ну что, внучечка? Бабуль, тут... Пойдем домой, пойдем мы сейчас в магазин. Найдем. Купим вам сметану будем. Я сегодня утром замесила тесто. Буду печь оладушки. Будем искать сметану. Сметанку захотели мои внучата. А вечером они хотят картошку жареную. Много чего они такого не хотят. Понтуни хотят картошку. Посмотрим. Ну все, пошли. Да. Пошли, Ледька. Димочка, возьми свои. Вот шли и заметили какое-то растение непонятное. И в лесу. Тут очень много дерева. Вот так вот. Мы в лесу, знаете. Мы уже второй раз едем и никогда такого не видели. Мы в лесу вообще. И вот такие. Офигеть, как здесь выросли. Бабуля, а как здесь выросли дерево очень сильно. Маленькие, тоненькие были раньше. Офигеть, как красиво. А вот это на одного из фильма похоже. Напишите в комментариях, как ее зовут. Такие столба, такие пальмы вот. И вот такое вот дерево. Какая-то маска странная. Страшная. Видите, вот здесь. Вот здесь. Бабуль, мы какую-то бабочку нашли. Здесь бабочка. Ладно. Вот так мы живем, так красиво в Турции. Смотрите, какие красивые розы мы нашли. Офигеть, такого никогда не было. Мы здесь даже вчера ходили, такого не было. Такая пальма вся голая. Да, их называют голым, когда их нет. Вот там гуси, а потом про гусей буду историю рассказывать. Мы нашли гусей. Второго гусей. Вот. Когда они, оказывается, выходят, Ашпим нам рассказал, что когда они выходят, гуси, там какая-то собака у нас завелась, и которая душит гусей. Вот почему мы несколько недель назад нашли гуся убитым.